Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tocamp и видеообзор необходимые вещи для рыбалки, такую как плащ рыбака. Вот. Ничто не бывает лучше, чем сидеть на рыбалке в плаще и пусть даже моросит мелкий дождик. Плащ у нас выполнен вот в таком чехольчике на утяжке. Плащ сделан в России, хотим заметить. Вот. В данном случае мы рассмотрим расцветку, у нас осенний листопад. Плащ на хорошей 8-миллиметровой пластиковой молнии. Молния у нас двухзамковая. Это дает преимущество в открывании и закрывании плаща. Предположим. Мы застегнуты, надо залезть в карман. Мы расстегнули, залезли в карман. Верх у нас остается закрытым. Обратно. И также можно этим пользоваться сверху. У плаща есть удобный капюшон с двумя утяжками. Необходимости можно подтянуть. Ростовка у данных плащей идет от 170 до 190 сантиметров, ну и по размерам от 44 до 82 размера. В данном случае на мне плащ на рост 178 и размер 60-62. В реале у меня рост 182. Как видите, даже его достаточно будет мне, так как здесь дальше идут сапоги, и если надо присесть, он меня нисколько не стеснит. Кроме того, в данном плаще предусмотрены два кармана с клапанами. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Если понадобится плащ, обращайтесь. Ссылочку можете найти у нас внизу. Есть все размеры в любое время года. Рекомендую.